Вот уже минуло 77 лет со дня депортации карачаевского народа из мест исконного проживания в Среднюю Азию. В середине прошлого века Народный комиссариат внутренних дел СССР принудительно выселил карачаевцев их из родных мест в Казахстан и Киргизию. Ранним утром 2 ноября 1943 года карачаевские аулы были оцеплены войсками, а их население под дулами автоматов было погружено в товарные вагоны. Всего в Азию было отправлено 34 эшелона с карачаевцами. Людям, большинство из которых составляли дети, женщины и старики, позволили взять с собой только самый минимум – одежду и сухой паёк на пару дней. А в марте 1944 года с фронта были сняты и также депортированы сражавшиеся против немцев солдаты и офицеры карачаевской национальности. Численность депортированных карачаевцев в Азию с учетом высланных в 20-е и 30-е годы, демобилизованных с фронта, вернувшихся из трудовой армии, по историческим данным составляла 78 827 человек. Черный день в истории народа. Так называют дату 2 ноября карачаевцы. Тех людей, которые испытали на себе ужасы переселения, осталось не так много, но и молодое поколение, знающее от своих отцов и дедов о пережитой несправедливости, никогда не забудет о тяжелых 14 годах. Еще живы те, кто на себе испытал нечеловеческие тяготы насильственной депортации. Судьба у карачаевского народа в 40-е годы была одна – тяжелые невзгоды и лишения, но все же у каждого человека она своя, неповторимая. Маленькой Гале Саркитовой было всего-то 5 лет в тот страшный 43-й. Семью Шагабана Саркитова, в которой было трое детей, из аула Мараягы Карачаевского района, а также тысячами карачаевцев, отправили на другой берег Волги в 1943 году. И несмотря на рыдания, стенания и мольбы, семью за семьей спустя час сажали в грузовики, которые доставляли их к месту сбора, а затем снова под конвоем на железнодорожную станцию, где их грузили в вагоны для скота. Когда нас привезли, всех стали сажать в вагоны. С нами обращались как с животными, со слезами на глазах вспоминает Галина Шагбановна. Изможденные от голода, многие люди умирали в пути. А там наш отец был тогда на Кашаре. Дома были наша мама, брат с сестрой, ну и я. Я была младшей в семье, брат старше нас всех. Мама плакала, не могла ничего собирать. Мы были все в ужасе от непонимания происходящего. Один из солдат был татарином, который и посадил нас в машину, успокаивал маму и настаивал, чтобы собирала еду детям в дорогу. Наш папа где-то месяц до этого выселения зарезал бычка, и мама сушила это мясо. Солдат снял чехол из-под матраса, сложил в него все сушеное мясо, отдал нам в дорогу. После того, как все собрались, нас повезли на грузовых машинах в Черкесск. Людей было очень много. Все плакали и не понимали, что происходит. Наша мама беспокоилась, что нет отца с нами, и не знали даже, где он. Она нам сказала, чтобы мы никуда не уходили с места, чтобы сама поискала вокруг его, услышав, что с Кашары привезли людей. Когда ушла на поиски отца, она увидела, что отец тоже нас искал в толпе людей. И так, когда мы все были вместе, людей погрузили в эшелоны, где перевозили скотину. Толпами погружали и грубо толкали всех прикладами автоматов. Наша мама ничего не могла взять с собой в дорогу. Все время плакала. Она собрала все, что было получше, в одну из комнат и замкнула ее. Она думала, что мы вскоре вернемся. Тем более, что этот солдат нас обнадежил о нашем возвращении. Мама взяла только нам одежду и мясо, которое положил тот солдат. Нас везли очень долго, не помню, сколько времени. В один из дней остановили эшелон возле какой-то реки большой. Мы не понимали ничего. Но, по словам некоторых переселенцев, пошли слухи, что нас хотят всех скинуть в эту большую реку. И вот там схватили какого-то человека, который распространял этот слух, что пришел звонок. Мы-то не знали, нам тоже доходил только слух. Мы с отцом, матерью, братом и сестрой находились в углу вагона на небольшом сооружении из деревянных досок, которое соорудил отец возле окошка. Если бы не он, мы не смогли бы сами что-то сделать. И вот все плачут, рыдают от непонимания, что происходит.
Когда товарный поезд остановился перед мостом через реку Волга, все люди испытали сильный шок. Им никто из сопровождавших военных ничего не сообщал. Куда едут, что будет. Почему-то депортированные решили, что сейчас их будут сбрасывать в воду. Начались паника, рыдания и стенания. И вот мы услышали, что пришел звонок, как сегодня я это помню. Видимо, было указание по телефону, чтобы нас не трогали и везли дальше. Поезд после звонка сразу тронулся в путь. Нас везли очень долгое время, не помню, сколько дней и ночей. Иногда при остановке поезда некоторые люди выходили из поезда и брали еду. Наш папа тоже беспокоился о нас и не оставлял нас без пропитания. В итоге нас высадили на какой-то станции Казахстана. Сначала мы находились в колхозе. Потом наш отец повез нас в Джамбульскую область Свердловского района. Вначале всех переселенцев расселили в колхозе. Наш папа и Игирюгов Умар, Джилкайдаров Тохтар, вот они втроем попали в какой-то клуб. И вот наша мама с женой Игирюгова Умара начали работать там, ходить на рынок. Они купили тогда баранину, чем мы и питались. И из шкуры мама сшила обувь, которую и продавала на рынке. А папа спустя время нашел старую сломанную мельницу. На родине у отца была своя мельница, рабочая, в которой сам работал. Это наш дедушка его научил работать. Вот, найдя эту мельницу, папа привел ее в рабочее состояние. Правда, долго возился, мастерил сам. Он молол пшеницу колхозную там, но управление раздавало своим рабочим эту муку. И впоследствии мы переехали в район. И перед отъездом председатель колхоза просил, чтобы отец не уезжал. Но папа ответил ему, что своих детей не будет содержать в колхозе. Уедем в район. Переехав в Свердловский район, отец устроился в загонскот, работал бригадиром. В хозяйстве были как скотина, так и овощи и фрукты. У нас было достаточно запасов еды. Наш папа взял с собой из мельницы муку и так далее. А с подхоза тоже брали мясо, так что мы не голодали. Вначале было много страданий и скитаний, так как попали в неизвестное место и без ничего абсолютно. Но потом работали и устраивались как могли. Из-за год скота подсобного хозяйства отец перевелся в район работать. Карачаевцы были заняты главным образом в земледелии и животноводстве. Они работали на хлопковых полях и выращивали картофель. Некоторых отправляли в шахты, другие строили железные дороги и рыли ирригационные каналы. Галина Чагарова рассказывает, что карачаевцы, несмотря на все эти сложности, старались сохранять свою идентичность, соблюдали традиции. В семьях говорили на родном карачаевском языке. В районе была возможность учиться. Старшие ходили в школу. Я выучилась только 3 класса. Не хотела сама ходить в школу. Брат смог устроить сестру тогда в ателье, где шили военную одежду. И вот сестра, научившись, шила женскую одежду там. Некоторые мужскую одежду шили, а другие уже женскую. А брат работал приемщиком в загодскоте, куда привозили со всех колхозов скотину. Вот они там принимали, взвешивали на весах и сортировали. И таким образом брат тоже работал. Наш дом располагался рядом с его работой. По воспоминаниям Галины Чагаровой, самым тяжелым было время до 1946 года, а после окончания войны жизнь стала налаживаться. Появилась работа на полях, стала нужна рабочая сила. За работу давали хлеб, муку, сахар. А в 1957 году, узнав о том, что можно вернуться на родину, семья Чагарова и Галины решила возвращаться, не задумываясь. А что касается последних лет, когда мы уезжали обратно на историческую родину, не хотели нас отпускать, плакали и упрашивали остаться, вспоминает Галина Шагбановна. Некоторые карачаевские семьи так и остались там и живут по сей день. Ну а мы вернулись в свой родной аул Марай-Ағы, где и жили до высылки. Как только мы услышали весть о возвращении на родину, очень обрадовались. Все вышли на улицу, устроили танцы. Радости не было предела. Брат привез 15 баранов, лошадь и корову. И все погрузил в один вагон. Туда же сложил сено, поставил воду в бочках. И вот мы это все привезли сюда. Нас встречали братья нашего отца. Загрузили тогда в грузовые машины и так добирались. Наш отец умер там. Приехали сюда мы с матерью, братом и сестрой.
Мы ехали домой, хотя наши дома уже не были нашими. Мы их выкупали, потому что перед тем, как выехать из Казахстана, мы подписывали бумаги о том, что не будем претендовать на прежнее жилье, рассказала женщина. Мы свой дом выкупили у людей, которые жили в нашем доме. Когда мы уехали, они заселились. Это наш старый дом, построенный еще давно. Моих лет этот дом. Мы вначале уехали к дедушке в Каменномост, пока освобождали наш дом. И так мы выкупили свой дом. Карачаевцы стали первым народом Северного Кавказа, который советская власть решила массово депортировать. Сотни людей погибли в пути, не вынеся морального потрясения, тягот и ужасных условий долгой дороги. Многие карачаевцы погибли в местах переселения из-за холода, голода и непривычного климата и болезней. Но народ боролся за свое существование, проявил огромное трудолюбие, с нуля обустроил свою жизнь в суровых степях Азии. Журналист международного значения поэтесса Земфира Качкарова написала о трагедии, которую пережил ее народ, немало очерков и стихов. На ее слова сложены песни, которые исполняют известные артисты эстрады Карачаева-Черкесии и Кабардино-Балкарии. «Боль моего народа – моя боль. Где бы я ни была, где бы я ни жила, я с душой со своим народом». Земфира Сулеймановна, готовя сегодня очередной документальный фильм, нам бы хотелось с вами тоже поговорить, взять у вас интервью. Тем более вы на своей родине бываете очень редко. Вы прилетели недавно в нашу республику, вообще на Кавказ, живя в Турции, находясь в Турции. Вы не оставляете без внимания наши кавказские народы, нашу родную Карачаево-Черкесию. Хотелось бы у вас сегодня тоже спросить, поинтересоваться в очередной раз о теме депортации, что вы знаете, что вы сегодня новое можете привнести в нашу историю, в историю карачаевского народа? Насилие, которое было применено и выдумано отдельными личностями с целью уничтожить кавказские народы. По-другому это никак нельзя назвать. А иначе как можно было изгонять из родной земли целые народы? Народы, у которых сыновья, отцы, братья, мужья воевали же за эту же страну. Я недавно нашла газету, которая пишется, вот старая газета. Я могу их и вам показать, эту газету. Вот она. Здесь вот пишется про горцев, про карачаевцев, которые были верны до конца своей клятве этой стране. Они отдавали жизнь за эту страну. Еще в 1905 году они воевали в дикой дивизии в русско-японской войне. Тут, значит, есть герои России, тогдашней царской России, кавалеры георгиевских крестов, нескольких крестов, не одних, а нескольких. Вот эти люди, они отдавали жизнь за эту страну. И впоследствии те же горцы, те же карачаевцы воевали и в Отечественной войне за эту же страну, тоже отдавали жизнь. Но их родители, матеря, старые отцы, дети, беззащитные женщины были изгнаны из своей родной земли, безвинно их осудили как врагов народа, как предателей. Но, естественно, без доказательств. Вот, кстати, в этой дикой дивизии был и отец моего свекра, Качкаров Хаджи Мырза. Вот я вам его покажу. Воевал в дикой дивизии в русско-японской войне, кавалер трех георгиевских крестов. Впоследствии вот этот человек с Курджиевым Курманалиевым вместе, с основателем города Карачаевска, как вы в курсе дела все эти, знаете, все, наверное, про это знают, оказались в тюрьме, раскулаченные оказались в тюрьме и были расстреляны, как враги народа. Его сестра, его мать, вот ихняя семья, семья Качкаровых. Другие фотографии, здесь мой свекор, вот. Со своими друзьями. Это те времена,
после реабилитации, как они вернулись с Казахстана. 57-58 года. Да, вот да? Они, ребята, все собрались и фотографировались в городе Карачаевске. Все карачаевцы вот стоят, ребята. Видимо, уже или праздновали, или, не знаю, какое-то мероприятие, видимо, скорее всего, было. Все видные ребята собрались и вместе сфотографировались. Это после реабилитации уже. Вот на своей родине. Это тоже мой свекор со своей племянницей и зятем. Тоже после реабилитации. Это история больная для нас всех. Никто не может забыть про это. Мстить нельзя, но забыть историю, боль своего народа мы никак не можем. Об этом нужно помнить. Об этом должны помнить наши дети. Чтобы впредь знать историю своего народа, боль своего народа, боль своих стариков, матерей, отцов, дедушек, которые безвинно умирали в чужбине. У меня отец – кавалер 3 орденов славы. Воевал сначала до конца, до Берлина дошел, обратно вернулся. Вернулся на родину, не зная о том, что и его родителей уже на Кавказе нет. Ну и, естественно, узнав, что нету родителей, он поехал искать в Казахстане, нашел только отца. Мать умерла в дороге. И сам же отец, прожив в этой чужбине 13 лет, нажив 5 детей, умер от осколочных ран, остался в Казахстане. Очень важно, чтобы историю карачаевского народа, в которой есть место и трагедии, и доблести, и мужеству, и героизму, знали как можно больше людей в стране и за ее пределами. Эта история – урок для всех нас, говорит Земфира Качкарова, и пусть он никогда не повторится. Хочу пожелать всем народам, всему человечеству мира, да и вообще всему человечеству, чтобы Всевышний защитил мир от зла, который испытал мой народ. Карачаевский народ многое перевидел во время депортации. Не было семьи, мужчины которых не были бы на фронте. Поэтому такая мысль казалась совершенно абсурдной. Во время выселения они даже показывали фотографии воевавших за страну сыновей, читали их письма, но никто их слышать не хотел. Потому что приказ. Их выслали в одночасье. Часть повезли на железнодорожную станцию в Джигуте, часть в Кисловодск, откуда отправили на товарных вагонах. Будучи уже 12-летней девочкой, Асият Джашакуева помнит, как ее односельчан собрали во дворе колхозной конторы в ауле Марай-Аге. Вокруг были шум, суета, крики. Многие плакали навзрыд, никто не понимал, что происходит. В многодетной семье Шугаиба Айдинова было 8 детей, из которых 2 братьев с начала войны ушли воевать на фронт. Живы. Старше меня 4 было. Хасанби, Сеидби, Мариам, Хапай. Я Асият, Аминат, Айшат, Юсуф. Нас было 8 детей, 4 сестер и 4 братьев. 2 братьев погибли на фронте, 1 из братьев ушел воевать, даже не достигнув совершеннолетнего возраста. От старшего брата пришло письмо в виде конверта, где сообщалось, что он попал в Житомир. Мама очень обрадовалась тогда и у меня спросила, где находится этот город. Я ответила, что это на Украине. Потом через 3 дня объявили по громкоговорителю в Карачаевске, что началась война. И в эту ночь именно немцы напали на Житомир. И вот тогда погиб наш брат. В сельсовете работали в то время Карамурзин Тахтар вместе с Лепшоковым Нарием. И вот Тахтар отправил нашего брата на фронт вместо своего брата. Лепшоков Нари рассказывал матери тогда. Вот так отправили на войну на нескольких машинах с военкомата. Мы бежали с родителями за этими машинами в надежде, что хотя бы так увидят своих сыновей. Через Каменномост тогда была дорога. Все плакали от горя. Попал на Сталинградскую битву, где и умер, защищая нашу родину. О смерти нашего старшего брата Сеидбея нам принесли извещение из сельсовета. Там было написано, что он погиб на Сталинградской битве. Другой младший брат собирался к нему, не успел тоже. Асият Джашакуева на всю жизнь запомнила день выселения. В памяти всплывают каждый раз горе и страх, которые пережил родной ее народ.
Даже представить страшно, как под дулами автоматов они выгоняли из домов ни в чем не повинных жителей и конвоировали к местам отправки, рассказывает Асият Шагаимовна. Брать с собой разрешалось только небольшой запас еды и одежды. Все остальное имущество, нажитое за долгие годы, депортируемые были вынуждены бросить на произвол судьбы. Ранним утром трое солдат с автоматами зашли в дом. Мы еще спали. Мы все очень испугались. Подняли нас. Братья на войне. Отец тогда работал на окопах. Они нам сказали, что нас выселяют. Наша мама, я со старшей сестрой, эти две сестры, она была совсем маленькой, на руках. Двое братьев погибли на фронте, шестеро было нас. Направив на нас дуло автоматов, не разрешали нам что-либо взять с собой. Но, к счастью, когда мама открыла сундук, увидели извещение солдаты. Вот тогда они помягче стали разговаривать, но помню, как во дворе убили нашу собаку из автоматов, когда она залаяла на них. Скотина в сарае была. На месте мечети тогда не было ничего. Всех нас туда привезли. Когда собрали всех жителей аула Мара и Ягы туда, повезли в район цемзавода на железную дорогу в Джигуте. Я помню, как в предыдущий день перед выселением наш дедушка зарезал барана. Как знал, и каким-то образом из баранины там приготовили еду. Взяли с собой. В одном вагоне размещали 8 семей. В вагоне, где возили скотину. Ждали все время, когда дадут что-нибудь поесть. И по пути останавливали, готовили из верблюжатины. Нам так говорили, и полведра каждой семье в вагоне давали наподобие еды что-то. И таким образом, когда привезли в Среднюю Азию, нас высадили. Мы попали в Киргизию, в село Чалдавар, Джамбульской области, Помпиловского района. Работали на свекольных полях, собирали пшеницу, ни один день не оставались дома. Каждый день собирали колоски, убирали свеклу. Все были младше меня, бедная мама не могла работать. Я помню, нас отец еле нашел, когда их забрали при выкапывании окоп и привезли тоже на железную дорогу в Джигуту. Младшей сестренке Асият Джашакуевой Амината Айдиновой было всего 5 лет при выселении. Но она отчетливо помнит, как мама рассказывала, что весь путь в неизвестность она все время плакала. Я помню, когда садились в вагон при выселении, мама говорила, что я все время плакала, когда другие сестры улыбались. И еще помню, когда нас привезли, разместили семью в каком-то крохотном домике. Те времена не особо и могу вспомнить, но год возвращения остался в памяти у меня. Родители держались мужественно. Они работали, добывали нам на пропитание какие-то продукты. Помню, отец ни один вечер не оставлял нас без пропитания. Он нам сам об этом говорил. Мне было всего 5 лет, когда выселили весь Карачай. В среднем в теплушку погружалось до 50 человек. Те, кто сумел запастись едой, делились последним с соседями по вагону. На крупных станциях раз в 2-3 суток им выдавали по количеству людей баланду или сухой паёк. Взятые из дому продукты кончились, выдаваемой еды не хватало, рассказывает Асият Джашакуева. Изнуряли теснота, смрад и тряска. Полуголодные, больные, немытые, потерявшие всякую веру в справедливость, горцы впали в безразличие ко всему, что их ожидало. Они не подозревали, что худшие испытания еще впереди. Нам давали поесть мучную похлебку. Когда была погуще, мы радовались, но когда давали жидкий бульон, естественно, не могли этому быть рады. Во время уборки свеклы вывешивали красный флаг, означающий время обеда. Я была младшей в нашем звене, поэтому меня отправляли за этой похлебкой. Забирала нам паёк в бидонах. Делили по одному деревянному половнику каждой. В нашей группе было 7 человек. Ели еще сырую свеклу. Так мы выжили, не умерли с голода. Но, к большому сожалению, умерших было много от голода и от холода. Ели люди даже сырые кости от барашки. Разламывали их, как-то грызли. Свидетели тех горьких событий вспоминают, что лишенные сколько-нибудь налаженного снабжения, они постоянно голодали. Рядом с фабрикой выкидывали кости, и бедные люди в надежде погрызть эти кости умирали. Таковых было много, я помню. Слава Всевышнему, наш отец и мама работали. Мы что-то пытались делать, мы выжили и смогли вернуться домой из Средней Азии.
Мама рассказывала, что в ходе посадки женщины плакали, кричали, и особенно перед самой отправкой плакали не только женщины, дети, старики, прощаясь с родным домом, с родными краями, но и взрослые мужчины, ни разу же сталкивавшиеся с трудностями. Ехали долго, поезд иногда останавливался, остановки короткие, накормить, напоить людей, вспоминает Асия Шагаибовна. Когда поезда доставили карачаевцев в места расселения, более здоровых, трудоспособных отправили в совхоз, слабых в колхоз. Сначала власти решили, что спецпереселенцы должны работать бесплатно с утра до вечера. Нас научили готовить еду русские, эвакуированные из блокадного Ленинграда, которые с нами жили по соседству. Готовить из клубней, похожих на картофель. Рос такой овощ рядом с речкой, берущий свой исток в горах. Вот так мама нам готовила из этого, наподобие картошки, пищу. Нам казалось, что это блюдо на вкус пюре. Слава Аллаху, мы выжили. Много людей погибло от голода и жажды тогда. Мы не боялись работы, мы собирали пшеничные колоски, копали свеклу, собирали свекольную ботву. И таким образом я тоже работала на свекле. Горькие воспоминания о тех лет не дают покоя людям, пережившим трагедию депортации и прошествии 77 лет. Каждая история, описывающая отдельные случаи из человеческих жизней, показатель того, каким трудолюбивым, благонравным и, безусловно, сильным духом является карачаевский народ. Но этот народ, несмотря ни на какие лишения, вот уже 63 года созидает на родной земле. Сегодня Асия Джашакуева вспоминает о возвращении домой, на родину, в 1958 году. Все карачаевцы собрались. Это было легко. Мы вернулись быстрее, чем уезжали. Когда мы уезжали из Казахстана, то увозили с собой все, даже собак, не говоря о коровах, лошадях. Мы возвращались с мест ссылки на тех же эшелонах, в которых возили скотину. Высадили на той же станции в Джигуте. Вернулись с родителями, две сестры мои, брат, которого не стало уже здесь, спустя годы. Моя свекровь, дети, мы вернулись в 58 году. Я ехала в отдельном вагоне для больных с ребенком. Он болел корью. Ему было всего 2 года. В 1956 году родился он. Там находились родители с больными детьми. За нами был присмотр. У нашей тети, сестры, папы не было детей. Она была старенькой. Мы на какой-то станции вышли подышать. Она присела там, и я ждала, пока она встанет. Вот в это время тронулся эшелон. Там быстро подхватили на руки тетю и посадили на поезд, а я осталась. Очень испугалась и бежала за поездом. В последнем вагоне отдаляющегося поезда на перроне я видела мужчину. Видимо, он был охранником. Как он махал, чтобы остановили поезд. Он мне кричал, чтобы я не бежала. Тогда я, чуть успокоившись, замедлила свой бег. Но когда поезд остановился, такое чувство было, что все из поезда бежали ко мне, сильно обрадовавшись. Итого я тоже села в свой вагон. Ехали сколько дней, не помню. В конце концов, мы приехали на родину. Мой старший брат умер в 57 году во время уборки свеклы осенью. Я помогала тогда маминой сестре. На отправку первого эшелона с карачаевцами на родину мы не успели. Родители решили сделать поминки на год нашему брату по имени Хапай. Таким образом, мы остались еще на год, на 58 год. Ну а когда уезжали, колхоз выделял всем уезжающим повозки. И вот по пути мы заехали на кладбище к нашему брату прочитать дуа. Я это все помню. Мои отец с матерью, младший брат Юсуф, который окончил 8 классов там в Азии, мы зашли на кладбище. Мама взяла горсть земли с его могилы, а Юсуф, обратившись к своему старшему брату, дал обещание, что оба его сына, когда окончат школу, я вместе с ними приеду и покажу твою могилу. Попрощавшись с братом Хапая, мы уехали. Спустя годы оба сыновья, Заур и Халис, оканчивают школу. Один из сыновей Заур, к сожалению, умер. Вот младший брат мой смог потом отвезти детей в Азию на могилу их отца. Заказав надгробную плиту в Карабалте, установили над могилой брата. На могилках захороненных карачаевцев, прочитав дуа вместе с эфенди, поправили надгробные доски, которые наклонились по истечении многих лет. Мой брат Юсуф сфотографировал и снял на видео могилу нашего брата Хапая. По приезду нам уже показывал. Я вот это все помню после возвращения.
После долгих 14 лет 3 мая 1957 года первый эшелон с карачаевцами прибыл в родные края. Сегодня в Казахстане и в Кыргызстане проживает небольшое количество карачаевцев, порядка 5-7 тысяч человек. Многие оставались там, потому что уже сумели достаточно стабильно устроиться, а многие – из-за отсутствия физической способности осилить дорогу. Еще хочу рассказать о том, что когда приехали и уже жили на родине, до нас пришла весть, якобы что наш брат находится в одной из гостиниц Ташкента, без рук и без ног. И наша мама вместе с братом Юсуфом, прихватив с собой фотографии сыновей, воевавших на войне, смогли поехать в Ташкент. Долгое время, обойдя все гостиницы Ташкента, не смогли, к большому сожалению, найти хотя бы зацепочку о нашем брате. После этого наша мама сильно страдала и заболела. Брат Юсуф тогда отвел своих маленьких сыновей к маме, чтобы они были рядом с ней. Вот эти воспоминания я помню по рассказам своих старших. Часто навещают друг друга вместе со своими семьями сестры Асият, Аминат и Айшат. Воспоминания тех страшных 14 лет будоражат их умы и сердца. У Асият Джашакуевой было 2 дочери и 2 сыновей. Младшая дочь, к сожалению, умерла еще в 1953 году в Киргизии. Остальные дети обзавелись семьями, одарили бабушку Асият Джашакуеву 9 внуками и 11 правнуками. «Дай Всевышний то, что мы пережили все это горе, ни один народ не испытал. Пусть Всевышний бережет всех от голода и холода, всем мира на земле». Молодое поколение, слушая каждый раз рассказы своих любимых бабушек и уже прабабушек, вникают и запоминают историю своего карачаевского народа. Пережитое своих предков останется в их памяти навсегда. Нам очень часто рассказывают разные истории о истории нашего народа, о том, что мы пережили. И история – это очень важная часть нашей жизни, и каждый должен ее знать, и должны передавать из поколения в поколение нашу историю, наши обычаи, традиции. Я очень люблю свою прабабушку. Мы очень часто собираемся все вместе, всей семьей. Они нам рассказывают то, что было, всю историю про депортацию, как они возвращались, как их забирали. Нужно помнить нашу историю, это наш народ, наша семья, мы должны все это знать. Когда им было очень сложно, когда наш народ переселяли, прабабушки, прадедушки, им в то время было очень сложно. Единственный зять Асият Джашакуевой, Казбек Бабоев, работает начальником Карачаевского пожарно-спасательного гарнизона. Для него история, которую пережил родной его народ, бесценна, он дорожит ею. А свою любимую тещу Асият вместе с ее сестрами всегда приветливо встречает у себя дома. Собрав всех детей и внуков, вместе слушают рассказы бабушек. Мы из прямых уст своих родителей знали, они нам рассказывали, как происходила эта депортация безвинного народа, как их за одну ночь, за одну сутки выслали со своих насиженных мест. И не зная, куда едут, зачем едут, сколько людей их погибло в дороге, сколько они там всего вот этого, то, что можно было перенести, невозможно, они перенесли. И вот это вот, когда они рассказывали, аж слезы наворачивались у многих на глазах. Вот это вот все они через себя прошли. То, что они это увидели, сейчас многих уже нету, мы это помним и стараемся как-то вот это сохранить и передать следующему поколению. Карачаевцы помнят историю депортации в деталях. Из уст старшего поколения молодые впитывают боль своего народа. Имена многих славных дочерей и сынов Карачая вписаны золотыми буквами в трудовую и героическую летопись страны. Навечно вошли в число героев имена 2 сыновей Шугаиба Айдинова, Хасанбия и Сейдбия на памятнике воинам, павшим в годы войны и погибшим в годы депортации карачаевского народа. Этот памятник построен в 1993 году, а именно в год 50-летия депортации карачаевского народа на окраине аула Каменномост на берегу реки Кубань у подножия горы.
Одним из участников возведения этого памятника был родной дедушка корреспондента пресс-службы Карачаевского городского округа и начальника службы СМИ Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Умар Алиева Фатимы Токовой Магомед Али Махаевич Токов. По воспоминаниям Фатимы, для ее дедушки Магомед Алия, будучи ребенком, потерявшего отца, своих сестер и братьев в Казахстане, участие в строительстве было очень важно. И она помнит, как дедушка приходил домой и рассказывал им, внукам, с гордостью, то строится в Каменномосте памятник жертвам депортации в деталях, что и как строится. Фатима, расскажи, пожалуйста, об этом памятнике, тем более твой дедушка Магомед Алий Махаевич был причастен к строительству и созданию этого великолепия, этого памятника. Я помню даже открытие этого памятника. Это было в ноябре 1993 года. Я школьница, мы вместе с классом пришли, дедушка тоже был здесь. Очень хорошо помню, как дедушка приходил после работы, делился с нами. Мы, дети, собирались вокруг него, и он нам рассказывал, что вот в нашем ауле будет вот такой памятник, что там будет свекровь с невесткой, да? Ну, он все обсуждал с нами, все нам рассказывал, вплоть до того, какие лестницы будут, какие изображения. Фатима, расскажи, пожалуйста, вот я думаю, что ты уже знала и понимала, что тебе твой дедушка рассказывал в то время. Ты уже была, наверное, уже и школьницей, да, может, третий, там, четвертый класс ты ходила. Ну, расскажи, как ты все это могла запоминать, как на тебя это влияло? То, что я буду журналистом, скорее всего, на тот момент я уже знала. Потому что я что-то писала, постоянно ходила с дедушкой и у него все это спрашивала. У меня была своя тетрадька, дедушка мне рассказывал, что Саула Каменномост, его и его семью, ему тогда было 12 лет, отправили в ссылку. Отец моего дедушки на тот момент, он был уже пожилым человеком, ему было около 60 лет. Отец, мать и, как говорил дедушка, нас было семеро, говорил он. Вернулись только два человека, к сожалению. Дедушка рассказывал, как он вместе со своей матерью похоронил своих братьев. Да. Фатим, я понимаю, что это тяжело сейчас это вспоминать. Конечно, это горькие события, которые происходили с нашим со всем народом. Но, это печаль. Да, это печаль. И вы знаете, каждый раз, когда я проезжаю, я смотрю на памятник и вспоминаю своего дедушку. Фатима Токова вспомнила и о том, как с внуками ее дедушка Магомед Али пришли тогда на открытие памятника. Он вытирал слезы украдкой, а внуки не могли понять, отчего он плачет в такой торжественный день. Мы не понимали. На самом деле, когда что-то, строится что-то новое, люди должны радоваться. Вот у нас было ощущение такое, что дедушка должен радоваться, но он плакал. Он плакал, когда строился памятник, он плакал, когда торжественное открытие памятника, когда было, и я вместе со своими одноклассниками стояла вот здесь, я видела, как дедушка плакал. И не могла понять, а почему, ну, вроде бы радостный, да, такой момент. Но, честно сказать, сегодня я его понимаю очень хорошо, потому что тех людей, которые испытали депортацию, уже нет. И с тех пор, как дедушки не стало, 10 лет прошло, и сейчас я тоже плачу. Я плачу, и когда вспоминаю, что он рассказывал, я плачу каждый раз, когда проезжаю. Я плачу, потому что это память. Это память нашего народа. Мы не наше поколение, не поколение наших детей, мы не вправе забывать это. Мне повезло в том смысле, что я видела свою прабабушку. Бабоева Букминат, маму моего дедушки, она умерла в 95-м году, получается, после открытия данного памятника. Я помню своего дедушку. Я знаю своего отца, который родился в депортации. И, конечно же, я там, где есть возможность, я рассказываю, я пишу о депортации. И, конечно же, мне я хочу, чтобы об этом знали. Чтобы школьники приезжали сюда почаще. Я помню, что в школьные годы наш класс курировал данный памятник. Мы приезжали сюда, делали уборку,
моя классная руководительница Хубиева Клара Гакаевна вложила тоже очень много труда. И благодарна ей я за то, что она нас приучала так к труду. Люди, которые испытали на себе лишения и жестокость во время депортации. Взрослые и дети, женщины и мужчины, молодежь и старики в течение 14 лет терпели лишения, преодолевали невзгоды вдали от родной земли. Но никакие тяготы, суровые испытания и несправедливость не смогли сломить карачаевский народ, а лишь закалили его, укрепили веру и дух. Вернувшись на родину в 1957 году, стойкий и мудрый карачаевский народ с новыми силами, с надеждой и верой в будущее стал возрождать родную землю.